Если в базовой комплектации вашей семьи изначально не заложены традиции, это совершенно не означает, что вы не можете их создать. Разговор о семейных ценностях с сестрами Натальей Замулой и Марией Емельяновой начинаем на первой полосе и продолжаем на 13-й. В Полевском устанавливают новые уличные фонари. На Красной Горке теперь можно получить медицинскую помощь. Наши молодые учителя – лучшие в области. Подробности на второй странице. Выборы – наше мирное оружие. Почему необходимо прийти на избирательный участок, рассказывает глава города на странице 3. Все самое интересное начинается на пенсии. На четвертой полосе героиня рубрики «Как живешь, ветеран» Валентина Свиридочкина рассказала, какие горизонты открываются ветеранам Северского трубного завода. Настоящий профи определит неполадки с первых звуков работы оборудования. Наш рассказ о людях труда продолжается. В этом номере наш герой Александр Тукмачев, страница 5. А вы знаете, что такое СМП? Это не скорая медицинская помощь, а строительно-монтажный поезд. На страницах 6 и 7 первая публикация из цикла «Мы тоже строили БАМ». На странице 8 поздравляем своих читателей, а вы друзей, родных и коллег с юбилеем и днем рождения. Добрых слов много не бывает. Загляните на страницу 8. Здесь же читайте, как вести себя мусульманам в месяц Рамадан. Гиацинты приближают весну, а огурчики – лето. В рубрике «Садовольствие» на странице 11 полевчане делятся своим опытом. Зимой и летом не одним цветом. Одно и то же место стоит посетить в разное время года. Туристам клуба «Малахит» опять не сидится дома. Репортаж из поездки на странице 12. На странице 14 вновь рассказываем о здоровье. На этот раз, как уберечь себя от вирусного гепатита и о том, чего хочет наша печень. Рабочая правда. Пишем интересно для хороших людей.